Аномальная жара с температурой до плюс 40 стоит в Болгарии. На юге и юго-западе страны горят леса. Пожаром уже охвачены огромные территории. Премьер-министр встретился с жителями и волонтерами в пострадавшем районе Старозагора. Он призвал граждан быть чрезвычайно осторожными, ведь малейшая оплошность может привести к пожару. Овладяна ситуацията, тука предстои и тука да бъде овладян. Обърнали сме се за помощ и към съседни по механизма, по който може да получим такава помощ. Имаме уверение от Чехия, от Румъния, казват, че имат готовност. В Северной Македонии действует 10 очагов возгорания. Особенно сложная ситуация в центре страны, в горных районах общин Штип и Неготина. Там огонь угрожает сотням гектаров соснового леса. Взять пожар под контроль пока не удается. Северомакедонское правительство обратилось к Евросоюзу с просьбой активировать механизм гражданской защиты ЕС. В охваченную пожаром зону уже прибыли самолеты и вертолеты Турции, Черногории, Сербии и Словении.